Либо на базе, если ехали на технике, либо 100 метров. То есть если пешком. Знают, как мы оживаем после мертвяка. Либо на базе, если на технике, либо через 100 метров. Что может с нами по дороге случиться? Кто знает? Все, что вы знаете. Нихуя подобного. Придут негры, заберут обратно, вас в жопу засунут в лап черенок от МТБ. Вот он уже один вытащил. Еле-еле. Будьте осторожны, негры вооружены. Негров.